Доброе утро. Доброе утро. Ты меня решила избаловать окончательно? Места себе не могу найти. Надо было чем-то заняться. Опять кошмары? Да. Надеюсь, они прекратятся, когда я начну новую жизнь. И стану обычным человеком. А что тебе говорит Нурби? Пока ничего. Может, мне стоит с ним поговорить? Сколько он еще намерен тебя прятать? Ержан, ты не вмешивайся. Но он все-таки, если даже, как ты вчера сказал, отец родной? В первую очередь он руководитель государственной структуры. А как любой руководитель, он государственные интересы ставит выше, чем дружеские. Ну да, согласен. Да. Ты лучше скажи мне, когда вторая операция? Есть какая-нибудь информация? Ну, американцы же официально поставили нам запрет. Настаивают, чтобы мы провели внутреннее расследование. И предоставили отчет. Плохо. Нурбек что? Вчера ходил грознее тучи. Ну, он что-нибудь придумает. Ясно. Это он. Да, Нурбек Исаевич? И проверь банковские счета Ержана и его жены. Не поступали ли туда какие-нибудь левые деньги? Хорошо, сделаю. Можешь идти, спасибо. Здравствуйте, Нурбек Исаевич. Добрый день. Доброе утро, Нурбек Исаевич. Сиди, сиди. Тебе доложили о результатах допроса беженцев и проверки сотрудников? Да. И что выяснили? Ничего, шеф. Все, кто вернулся, говорят одно и то же. Никто ничего не понял. Боевики напали внезапно, отбили автобус. Наши еле ушли. По сотрудникам все наши чисты, ни на кого компромата никакого не найдено. Кто бы сомневался. Чуть позже я вам дам полный отчет. Да уж, приготовь. Но нам это ничего не даст. Американцы навстречу не пойдут. Они ждут положительных результатов, а не отрицательных. Нурбек Исаевич, а что, если мы проведем сирийскую операцию в обход их управления? Заметно, что давно управление. Ну, шеф, вы же тоже явно об этом думали. Есть какие-то идеи? Ну, идеи должны быть всегда. Ты готов отчет? И побыстрее. Папа, можно на речку? Там черепаха есть. А зачем тебе черепах? Я с ней играть. Речка очень быстрая была. Маленьким детям туда без родителей нельзя. Вот, вот повзрослеешь? Когда повзрослеешь, у бабушки в речке будешь купаться. Сегодня все вместе будем учиться. Амина, а ты мне будешь помогать. Хорошо, мама. Саид, а ты собирай детей. Я все. Я с тобой. Я тоже. Будьте осторожны. Оба. Саян, доброе утро. О, здравствуйте, тетя. А что ты, не на работе? Нет, я же это, в отпуске. А, дождалась мама. А то жаловалась, что ты работаешь без отпуска. Да, ну ты дождалась. Саян, а про Махмуда нет вестей?
Пока нет, тетя Наргиз. Если что-то новое появится, они обязательно мне позвонят. Я тут по новостям видела по телевизору. Наших из Сирии стали привозить домой. Как ты думаешь, может, Махмуда с Айшой тоже привезут, а? На, тетя Наргиз, может. Может. Мама дома? Да. Кора. Кора, это я. Нурбек Исаевич. Ты действительно призрак. Работа такая. Я вот удивляюсь все. Как просто опер мог взять твой след, а? Видимо, у него тоже работа такая. Я вас слушаю, Нурбек Исаевич. Надо кое-что обсудить. Тебе Яжан рассказал об операции в Сирии? В трех словах. Я знаю, что разведуправление США запретило осуществлять операции. Да. К сожалению, запретили. И мы должны подчиниться им. Политика. Дело тонкое. Давай сядем. Садись. У вас есть какой-то план? Нет? Ну, планом назвать трудновато. Так, идейка одна. Ты сегодня занят? Да. Вчера Джафар деньги оставил. Продукты закончились. Надо купить. Да и с поставщиками продовольствия надо познакомиться. Я с собой возьму кого-нибудь из беженцев. Пусть приобщаются к жизни в лагере. Ты действительно считаешь, что они захотят здесь остаться? Конечно. Если они поймут, что их жизни ничего не угрожает... Их жизни угрожает война. И нашим детям тоже. Как ты думаешь, что это за деньги? Платят за то, чтобы вы убивали. Они строили новый праведный мир, как ты мечтаешь. Эта война разрушает судьбы, разрушает семьи. Я вчера таких историй наслышалась. Одна потеряла мужа, другая — ребенка. Дети лишились родителей. Фатиму сюда заманили обманом. И не только ее. Здесь все люди несчастны. Айша, ты думаешь, я слепой? Я вижу, вижу. Но я же стараюсь. Стараюсь, как могу, стараюсь помочь им. Как ты не понимаешь? Они здесь не будут счастливы. Если ты действительно хочешь им помочь, давай соберем всех и убежим отсюда. Ты же здесь главный. Раздай им оружие. Заприте Бурхана с его бойцами, и все. Когда Джафар узнает, мы уже будем далеко. Махмуд. Хорошо. Я обещаю. Обещаю все обдумать. А сейчас людей надо накормить. А то неизвестно, сколько мы здесь будем. Как тебе? Я согласна, Нурбек Исаевич.
Ты не торопись. Это пока идея. Надо еще все согласовать. Это правильная идея. Посудите сами. Во-первых, сейчас нам нельзя идти на открытый конфликт с ведомствами других стран. Это во-первых. А во-вторых, риски, связанные с операцией, слишком высоки. Это не просто перевозка из точки А в точку Б. Это вторжение на территорию противника. Это точно. Как ты думаешь, людей найдем? Думаю, да. Наших ребят в отставке не так много, но я уверена, они согласятся. Они настоящие патриоты. Я понимаю твои рвения. Но может так случиться, что ты не сможешь забрать сына. Главное, к операции надо подключать сотрудника управления. А это значит, тебя надо раскрывать. Ты оживешь, и наш план по выявлению крота будет провален. Нурбек Исаевич, я думаю, во-первых, эвакуация наших граждан слишком важна, чтобы не использовать любую возможность, ну... А во-вторых, вы же видите, пока никаких результатов нет. Значит, плохо работай. Значит, плохо. Или, может, крот слишком умнее и изобретательнее, чем мы думали. Да. Нурбек Исаевич, а может, все-таки у нас есть шанс найти крота? Что ты имеешь в виду? Вариант. Кого из управления вы планируете привлечь к этой операции? Поздравляю, брат. Ты идешь на поправку. И рана почти заживает. Нужно решать, что будем делать дальше. Ну, пока непонятно, что будем делать дальше. Этот Махмуд вроде нормальный человек. Включи голову, Абдул-Хафиз. Здесь нормальных нету. Все нормальные пытались бежать с нами. Здесь одни отморозки, которому по духу этот беспредел. Но Махмуда же не было, когда мы бежали. Зато он был с Бурханом. Когда они напали на наш автобус. Я словам давно не верю. А наобещать очень много можно. А на деле Бурхан был с Махмудом. Бурхана наказали, а Махмуд стал главным. Что-то здесь нечистое. Во всех случаях давай сначала вылечимся, Хамза, а потом будем думать, что дальше делать и как дальше жить, хорошо? Будь проклят тот день, когда я сюда попал. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатух, братья. Ва алейкум ассалам, Махмуд. Алейкум ассалам. Ну, как самочувствие, Хамза? Абдул-Хафиз сказал, что я буду скоро слышать два раза лучше. А ты молодец. Дело свое знаешь. Я тут за продуктами собрался. Мне двое человек нужно в помощи. Кого посоветуешь? Ну, раз ты к нам пришел, наверное, это мы. Справишься? Да что там? Пару мешков муки. Да, сходит, воздухом подышит. Ну, раз доктор разрешил, и сам хочешь, тогда поехали. Как раз по дороге потолкуем о том о сём. Ладно, я на улице подожду. Абдул-Хафиз, заканчивай быстрее.
ладно, все уж. Саид, а где дети? Дети не хотят идти заниматься. Почему? Что случилось? Они сказали, что им незачем учиться, потому что их все равно всех убьют. Саид, ты что такое говоришь? Их никто не убьет. Бурхан заперт. Его здесь скоро не будет. Махмуд теперь главный, и он никого не даст в обиду. Дети просто напуганы. Нас убьют? Ох, Саид. Нет, конечно. С чего ты взял? Мы же на войне. На войне всех убивают. Война скоро закончится. Все будет хорошо. Тетя Иша, если я вырасту и сделаю так, чтобы никогда не было войны. Конечно. Ты обязательно вырастешь. И сделаешь все правильно. Эй, кто там поехал? Махмуд. Куда он поехал? Я все время тут стою, тебя охраняю. Откуда мне знать, Бурхан? Да и Махмуд передо мной не отчитывается. Эй, ты что со мной так разговариваешь, а? Ты что думаешь, я здесь навсегда? Когда выйду, я тебя на колени поставлю, собака! Да не кипятись, Бурхан. Сейчас Магомед подойдет, и мы все узнаем. Эй, ты не знаешь, куда Махмуд поехал? Нет, не знаю. Скажи ей, пусть принесет еды! Принеси еды. Мы все дали детям. Ничего не осталось. Это меня не волнует. Придумай что-нибудь и принеси сюда еды. Давай быстрее. Хорошо. Хамза, может, не надо? Красиво тут. На родине красивее. Это ты точно подметил. В чем дело, Хамза? Ты один из них. Ты как Бурхан. Ты помешал им сбежать. Послушай меня. Я тебе все объясню. Это не так. Меня там не было. Я был против захвата. Твои слова ничего не значат. Послушай, Хамза, мы с тобой мыслим одинаково. Мне так же, как и тебе, не нравится, что здесь происходит. И поэтому ты возглавил лагерь? Вставай на колени! Вставай, сказал! Почувствуй то, что мы прошли. Хамза, может, не будем грех на душу брать? Он же тоже хотел бежать с нами. Под страхом смерти всякое можно говорить. Дай мне слово, Хамза. Что выполнишь мою просьбу? Смотри, какое. Моя семья. Позаботься о ней. Они должны выжить и вернуться в Казахстан. И дай мне слово, что ты о них позаботишься.
Привет. Привет. А где шеф? Сказал, через 5 минут будет. Не знаешь, зачем позвал? Ты сам как? Чему этот вопрос? Простая любезность. Зарина, можешь со мной не любезничать? Влад, мы занимаемся одним делом. И то, что я возглавляю большинство операций, не должно тебя задевать. Меня не задевает. Пожалуйста, возглавляй. Но в следующую операцию в Сирию я лично поеду. Во главе группы. Слушай, Бурхан, жрать вообще нечего. Махмуд только что уехал за продуктами. Взял с собой этих предателей. Магомед, есть разговор. Собери всех наших. Пока Махмуда нет, кое-что обсудим. Что обсуждать, Бурхан? Слышь ты, закрой свой рот и собери всех. Ты меня понял? Сидите, сидите. Итак, ребята, есть сведения, что заложники в лагере боевиков живы. Но сколько они там будут живы, мы не знаем. Поэтому операция по эвакуации заложников должна состояться. А как же запрет американцев? Ну, операцию проводить будем не мы. Мы будем только контролировать. И об этом никто не знает, кроме нас самих. Иногда приходится играть на грани фола, преследуя благие цели. Я думал, тут большая деревня, а тут никого. Тут так. Сегодня 10 человек, завтра 2 остались. Ассаламу алейкум, отец. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалям. Мы за продуктами приехали. Кому можно обратиться? Ты новенький, что ли? Что-то раньше не видел тебя. Да, отец. Я тут недавно. Так где можно продукты взять? Что-то никого не видно. Как только увидят ваши машины, люди убегают. Прячут своих детей и жен. И сами прячутся. А почему так? А то не знаешь. Так я же говорю, я здесь недавно. Это ваш начальник. Всю деревню под страхом держит. Сначала устраивал набеги со своими головорезами. Грабил нас. Забирал продукты. Убивал людей. Потом мы договорились с ним. Стали платить каждый месяц ему. Поставлять продовольствие. В обмен на нашу спокойную жизнь. Я тебя понял, отец. Теперь все будет по-другому. Бурхана не будет. Будете иметь дело со мной. Нам не важно, с кем иметь дело. Забирай продукты и уезжай. Понял, сынок? Я тебя услышал, отец.
братья. Вы те, кому я доверяю. Мы вместе прошли через многое. И нам предстоит решить одну сложную задачу. Бурхан, как ты хочешь что-то решать, если тебя Джафар от всех дел отстранил? Я как раз об этом и говорю. Джафар совсем поплыл. Наказал меня за то, что я хотел вернуть предателей. Это временно, Бурхан. Ты многое сделал, и Джафар тебя просто так не уберет. Он просто был очень зол, потому что ты в обход ему это сделал. Джафар предал наше общее дело. Я ему предложил вернуть этих собак обратно. Он встал на сторону этих предателей. Мне ничего не оставалось, как самому исполнить волю Аллаха. Мы же не смогли их отбить. А что, по-твоему, мы должны были делать? Сидеть и ждать, пока эти кафиры нас всех порежут? Это наша война. Это наша священная война. Джафар одумается, Бурхан. Ошибаетесь, братья. Джафару сейчас не до меня. Но как только он решит свои проблемы, уберет меня отсюда. И вам тоже достанется. А мы здесь при чем? Если вы думаете, что вас пронесет, то сильно заблуждаетесь. Вы мои люди. И жизни вам здесь не дадут без меня. У нас есть два варианта. Покорно сидеть и ждать своей участи, либо взять все дело под свой контроль. Я решу вопрос с Махмудом. Либо он с нами, либо против нас. Но во всяком случае он нам не опасен. Нам надо убрать самого Джафара и взять все под себя. И тогда у нас будут деньги, власть. Мы убьем всех предателей. Оставим только женщин. Бурхан, у тебя есть конкретный план? Потому что если дело прогремит, всех повесят. Я все продумаю. Главное, ваша поддержка, братья. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Айша. Что случилось? Я случайно подслушала разговор Бурхана с его бойцами. Они хотят убить Джафара и занять его место. Они нас всех убьют. О, Аллах! Я чувствовала, что Бурхан не сдастся. Что теперь делать? Айша, предупреди мужа. Пусть разберется с ним. Иначе... Да-да, я поняла. Я поговорю с Махмудом. Хорошо. А ты пока не подавай виду. Вот, возьми, отец. Это за продукты. Ты что, шутишь с ним? Какие шутки? Забудьте все, что было до этого. Иншаллах, мы теперь будем приезжать к вам, как в магазин, и платить за все. Я вам обещаю. Даю слово. Никто теперь вас не обидит. Спасибо тебе. Мы еле концы с концами сводим. Аллах видит твои поступки. Пусть дарует тебе за них. Как зовут-то, сынок? Махмуд. Как же так, Махмуд? Ты такой правильный. И воюешь за боевиков. Отец, я не за них воюю. Я воюю за Аллаха, за веру праведную. Сынок, в Аллаха можно верить по-разному. Никого не убиваем. Не обижаем никого. И наши отцы жили на этой земле, и деды. Пока кому-то не вздумалось прийти на нашу землю и воевать за нашу веру. Сынок, ты слушай старика. Нет лучшей веры,
чем не моя вера. Я понял вас, отец. Спасибо вам за совет. Ну, нам пора. Ехать надо, детей кормить. Подожди, подожди, сынок. Сейчас, подожди. Вот, возьми, сынок. Подари своим детям от меня. Возьми. Животные воспитывать в детях доброту и милосердие. Возьми, сынок. Спасибо, конечно, но я просто так взять не могу. Не надо, не надо, не надо. У нас хватает такого добра. Они плодятся и плодятся. Никакая война им не помеха, сынок. Спасибо. Возьми, спасибо, сынок. Отец. Возьми. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас с сыном. Мы обычные люди. Мы соблюдаем закон шариата. Тебе нужна была наша помощь. За сына не беспокойся. Тебе пора. Аллах тебе в помощь. Мы сможем сбежать вместе. Я вернусь. Я вернусь за тобой. Я тебе клянусь. Я Что ты обо всем этом думаешь? Да странно как-то. Он же особо ничего не сказал. Сказал, что в Сирию полетят неофициальные сотрудники. Что за бред? Что у нас за неофициальные сотрудники и почему мы о них не знаем? Ну, у Исаевича всегда же несколько тузов в рукаве. Но мы же руководим операциями, мы должны знать о таких вещах. Не согласен. Конечно, мы делаем свою непростую работу, но террористы тоже хитры. Возможно, Нурбек считает, что в наших рядах есть предатель. Этого не может быть. Ну почему же?
Вот американцы с тобой точно не согласятся. Потому что я провела внутреннюю проверку. Все чисты. И себя не забыла проверить? Я проверила всех. Вот и молодец. Ну то давай, пока. До завтра. Почему так долго? Что случилось? Все хорошо, не переживай так. Нам надо срочно поговорить. Пойдем. Фатима, слышала, что Бурхан хочет устроить переворот? Бурхан? Да. А что конкретно она слышала? Он хочет смесить Джафара и убить всех пленных. Ладно, ты не переживай. Я поставлю проверенных бойцов охранять Бурхана. Он ничего не сможет сделать. А если... Айша. Айша, потерпи еще немного. Чуть-чуть. Мы скоро уедем из лагеря. Я с Хамзой обо всем договорился. Что? Серьезно? Махмуд, спасибо. Аллах услышал наши молитвы. Спасибо. Кора, ты тут? Я в ванной. Кора? В ванной? Ну как, встречалась с Нурбеком? Да. И? Много будешь знать, скоро состаришься. У вас новая операция намечается, да? С чего ты взял? Ну, что-то такое происходит. Булат был с Зариной у Нурбека. Они вышли откуда какие-то... Загадочные, что ли? Может, их уволили? Ну, ты скажешь. Ержан, я, наверное, скоро съеду от тебя. Куда? Ты кого-то ждешь? Нет. Погоди, подожди там. О, Саян. Ержан, салмарик. Да, извини, что так без предупреждения. В общем, есть срочное дело. Можно? Да, заходи. Ты меня тут? Да. Жена с детьми уехала к родителям. Вот и кукую здесь месяц. Проходи. Дело серьезное, раз ты нашел меня дома? Да, серьезно, никуда. Меня даже из-за него в отпуск отправили, представляешь? Даже так? Ну, да. Ну, говори. В общем, Ержан. Помнишь, когда я передавал дело, про подозреваемого говорил? Про киллера и вторую женщину. Да, да, да. Что-то припоминаю. Вот я тогда еще хотел понять, что же связывает их. И во второй, когда раз вы проводили операцию, я ее еще раз видел. Серьезно? Да. И я ее вычислил. Это ваша сотрудница, Курлан Ниязова. Помнишь такое? Ну, я знал такое. Она погибла 3 года назад. Нет. Она жива. И я ее видел собственными глазами.
еще только доказать вот это не могу. Пока. Я в полном тупике. А ваша начальница просто взяла и пух и прах разнесла все мои доводы. Так ты был у Зарины? Да. И что она говорит? Говорит, что мне нужен отпуск, либо психиатр. И в придачу еще пообещала заложить моему начальству. Да, разговор у нее короткий. Слушай, Ежа, помоги мне, а? Как? Что я смогу сделать? Нужны ваши архивные данные. Хоть что, отпечатки пальцев, особые приметы, группа крови. Любая инфа просто поможет мне. Саян, ты же понимаешь, что это невозможно. Ты просишь невозможного. Во-первых, это засекреченная информация. Во-вторых, это должностное преступление. Я понимаю, ты хочешь докопаться до правды, но я не смогу тебе помочь. Надо прав, извини. Черт. Может, женщина, которую ты видел, просто очень похожа на Хурлан? Я же виделся. Это она. Это точно она. Ладно, Жен, я пойду. Спасибо тебе за гостеприимство. Да не за что. У тебя, слушай, хорошая семья. Жена красавица. Да, и любимая. Мы же с детства вместе. Вот и поженились. Не поверишь, даже налево не тянет. Не поверишь? Почему? Верю. Тем более еще и с детства есть. Ладно, спасибо. Все, я пошел. Это самое, извини, можно не в туалет? По-быстрому. О, да? Ты говоришь уже, сколько здесь, сколько уж? Месяц? Да, месяц. А что? Да так, ничего. Слушай, можно сходить куда-то, посидеть там, в бар, поговорить. Ну, я не любитель такого, но за приглашение спасибо. Да. Хорошо. Счастливой ночи. Фуф, я думал, что уже все. Тебя раскрыли? Вот и все. Он теперь знает, что я здесь. Что?